Во Владикавказе состоялся очередной праздник бокса – матчевая встреча между Россией и Китаем. Она стала логическим завершением сборов китайских боксеров на Остинской земле. Напомним, что спортсмены из Поднебесной тренировались в клубе «Ариана» под пристальным вниманием местных наставников. Пройденный материал решили закрепить в боевых условиях. Для этого тренер Виталий Сланов и менеджер Алексей Васильев организовали турнир. Началось все с традиционной процедуры взвешивания и face-to-face. Все спортсмены пребывали в хорошем настроении, с удовольствием делали фото и общались друг с другом. Такую атмосферу поддерживали не только местные ребята и гости с Востока, но и другие атлеты. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем официальную церемонию взвешивания матчевой встречи по боксу Россия-Китай, а также профессионального поединка Таир Келевсаев против Томаса Задишвили, Грузия. Кстати, география участников приятно удивила. Махачкала, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Чехов, Донецк. Несмотря на то, что многие спортсмены вместе тренировались и кто-то успел даже подружиться, на ринге они все-таки были соперниками. Допустим, очень принципиальным бою Кабисова с этим, с китайцем, они уже несколько раз боксировали. В Китае боксировали, в Осетии боксировали, в России. И всегда очень зрелищные бои, очень зрелищные, так что они, наоборот, их надо сдерживать, чтобы не покалечили друг друга. Это, так что никаких на ринге, никаких дружеских отношений не будет. А вот тренер сборной Китая Лю Янхай отметил три поединка, которые вызвали особый интерес. Хочу отметить три поединка: Чан Йонг, Хэ Цзюньцзюн, Сяо Лянхай. Это будут наиболее красивые и интересные бои. Будет интересно проанализировать их состояние. Также Виталий Сланов пригласил на турнир представителей клуба «Патриот», честь которого защищал молодой, но очень амбициозный Роберт Гутиев. Сбор прошли мы вместе со сборной Китая. Благодаря Виталию Константиновичу Сланову организовали сбор, прошли двухнедельный сбор. Плотная была работа, были боевые и была боевая практика. И разнообразные у нас были спарринг-партнеры, начиная от легких весов, заканчивая первым тяжелым. Ну, в целом доволен сбором и доволен результатом. Итак, все бойцы и тренеры собрались на одной площадке, чтобы продемонстрировать плоды минувших сборов. Турнир проходил в любительском формате, и только главный бой вечера проводился по правилам профессионального бокса. Турнир стартовал с женских поединков. Первыми на ринг вышли Янг Саулан из Китая и Кристина Абдулаева из Махачкалы. На протяжении всего боя гостья из Поднебесной доминировала и была точнее в своих атаках. И выиграла поединок единогласным решением судей. После этого ее почин поддержала подруга по команде Хан Миху, одолев Анастасию Лучкину из Пятигорска. Но по-настоящему в атмосферу боксерского вечера зритель погрузился, когда на ринг вышли Ян Хохоев и Сян Лин. Хохоев отличается тем, что зачастую пренебрегает защитой, всегда идет вперед и оказывает давление. В каждом из трех раундов зритель мог наблюдать, как оба боксера обоюдно остро атаковали. Часто бесшабашный размен ударов провоцировал Хохоев. Китайский боксер предпочитал действовать с дистанции. В результате напряженного поединка победу одержал единогласным решением судей Ян Хохоев. Градус поединков хорошо поддержала следующая пара – Хон Сонг и молодой боец из клуба «Патриот» Роберт Гутиев. Последний, так же как и Хохоев, пренебрегал защитными действиями, часто опускал руки и пропускал. Руки подними! Но к чести Гутиева следует признать, что ни один пропущенный удар не остался без ответа. Отметим, что Роберту всего 17 лет, боксирует он зрело и очень храбро.
После продолжительного совещания судейская коллегия вынесла вполне справедливый вердикт. Ничья. Оба боксера выложились на максимум, и было бы обидно кому-то отдавать предпочтение в таком конкурентном бою. После этого на ринг поднялся китайский боксер, который полюбился местным болельщикам еще с прошлогоднего турнира. Хэ Дзюньцзюн, многократный победитель чемпионата Китая, встречался с бойцом из Донецка Шандуром Ваненко. Поединок проходил под полным доминированием Хэ Дзюньцзюна. Он контролировал темп и дистанцию. Но нельзя сказать, что Ваненко был мальчиком для битья, но в некоторых моментах разница в классе была очевидна. Однако отметим, что представитель ДНР из ряда эпизодов все-таки выходил победителем. Тем не менее, стоило Дзюну собраться, и чаша весов склонялась в пользу китайского боксера. Логическим завершением стала победа Хэ Дзюньцзюна и единогласным решением судей. Победу одержал боксер синего угла Хэ Дзюньцзюн, Китай. Мне кажется, я сегодня неплохо отработал. Пытался работать первым номером. Хорошо получилось. Изрядно заведенные болельщики ждали продолжения ярких поединков. Ожидания оправдались в полной мере в бою Олега Гурциева и Ляо Ванзяо. Поединок начался очень стремительно и носил откровенный характер. Уже на первой минуте судье пришлось отчитывать нокдаун Гурциеву. По поводу нокдауна. Согласен? Нет, не было. Просто он чуть-чуть застрялся, имеется в виду. Он думал, что стоп сказал судья, потому что рефери, потому что там что какое-то нарушение. На самом деле там не было такого нокдауна. Мгновенно собравшись, Олег бросился вперед и начал методично разбивать оборонительные редуты своего оппонента. Гурциев явно был по-спортивному зол и вкладывался в каждый удар. Ощутив их тяжесть, Винзяо стал избегать плотного поединка и старался больше входить в клинч. Это откровенно начало раздражать и судей, и зрителей. В результате китайский боец получил 3 предупреждения и был дисквалифицирован. Ошибок много, как всегда, но все, что мог, я все сделал. Соперник был неудобный. Работать у меня не давалось, он ввязался даже, да. И все равно вот, дисквалификация, точно много держался. В последнем поединке любительской части турнира зрителя ждало противостояние Сяо Ланхая и Аслана Кабисова. Как заявил ранее на процедуре взвешивания Виталий Сланов, эти ребята уже дважды встречались. Один раз победил китаец, а во втором бою была зафиксирована ничья. Поэтому для тренерского штаба и Кабисова в частности это был принципиальный поединок. И развивался он очень стремительно. Оба соперника прекрасно знали возможности друг друга. Начало боя осталось за боксером из Китая. Кабисов быстро пришел в себя и несколько раз результативно пробил с левой. Почувствовав дистанцию, Аслан совмещает левый боковой и правый прямой. Мы да, до этого боксировали 2 раза с ним в Китае и еще в прошлом году в Южной Осетии. И этот бой был принципиальный чем. Поставить точку уже. Я вышел боксировать до конца. У меня был план просто выложиться на все 100% и выиграть уже его и поставить точку. Могу отметить Кабисова, потому что если наблюдаете за боксом, у них это 3-й бой, по-моему, официальный был. И так его подготовили. Виталий Константинович конкретно работал на него, чтобы он выиграл. И он выиграл нокаутом. Это было просто чудо. Нокаут Кабисова обрадовал всех присутствующих в зале. Крайне редко можно увидеть в любительских боях такие эффектные моменты. Одним словом, равнодушных не осталось. Участники турнира старались максимально удовлетворить аппетиты зрителей, не жалея
жалея ни себя, ни соперников, они всецело отдавались бою. Своим мнением поделилась главная болельщица турнира, мама самого известного остинского боксера. Вообще бои все очень хорошие, мне они очень понравились. Зрелищно, все очень красиво. Ну, естественно, за своих я болею. Я же буду всегда за своих болеть. Ну, все показали очень красивый бокс. Мне очень понравилось. Как никогда. Кульминацией вечера стал поединок в супертяжелом весе по правилам профессионального бокса. Таир Келихсаев разделил ринг с боксером из Грузии Тамазом Задишвили. Забегая вперед, хочется сказать, что это был очень тяжелый бой, столкновение силы и стойкости. Келихсаев работал активно, грамотно расходуя свои силы. При этом часто его удары доходили до цели, но стойкость грузинского боксера просто поражала. Вот что говорят, человек крепкий орешек с крепкой головой, вот он есть этот человек, потому что после таких ударов, которых я ему нанес, я травмировал себе руку. После таких ударов я думаю, что любой человек упал, у него очень крепкая голова. Получая тяжелые удары, он то и дело покачивал головой и ухмылялся. Но Келихсаев сохранял концентрацию и наносил удары. Задишвили отвечал и продолжал удивлять всех зрителей стойкостью. Бой прошел всю дистанцию и получился на заглядение драматичным. После финального гонга зрители долго благодарили бойцов за спортивное зрелище. Хороший турнир, Кабисов порадовал, потому что не ожидали, что он выиграет. Оппонент очень сильный был. В основном все выступили на своем уровне. Гурцев очень хороший бой показал. Тяжелый был первый раунд, а потом он по нарастающей. В общем, турниром довольны. Таир прогрессирует, после травмы восстанавливается. Вот таким вот ярким и богатым на события получился этот боксерский вечер. Георгий Гасев, Александр Левченко, Амиран Ампелогов. Спортивный интерес.